Всем привет! Сегодня у нас будет архидемон. Покажу, как его надо бить. У нас архидемон, который вызывает монстров и также наносит урон по зоне. Этого демона надо бить с фальтором. Мы сделаем сегодня тест. Многие говорят, что его нельзя бить без пятой ремки на вальторе. Просто желательно на этого архидемона для убийства мелких героев, которых он призывает, надо либо с бастионом вольт, либо с БВшкой, чтобы быстро убивать. Но также есть вариант здесь вольтора с замедлением. При правильной высадке без ремки можно тоже его затащить. Сейчас мы будем первый раз пробовать вот таким вот составом его бить. Сейчас я вам покажу героев. Так, вот такая у нас тыковка. Берсовая, 10-10. Ангел стоит рунами. У нее пятая ремка. Дальше у нас будет такой друид. Замедлением. Такая вот химера с смертельным ударом. Так. Такой вот укротитель замедления. Бог войны. Вот такой вот вольт. Сначала с ремкой попробуем, затестируем. И Купидон. Вот этот Купидон. Вот такая вот сборочка. По артефактам сейчас покажу. Так, артефакты. Вольт. Стоит в кубке жизни, тыква в свитке и остальные 4 в топоре. Давайте будем пробовать. Надо его агрить на мишку. И когда тот будет добегать, выпускать ремочного вольтора. Вот есть, и сразу включаем щит. Поехали, смотрим. Так как у нас агр идет на мишку, получается, у нас будет срабатывать слоник. Это дополнительный, скажем так, бонус у нас от мелких, которые выскакивают. Посмотрим, сможем ли мы сегодня поставить рекорд. Предыдущий рекорд у меня был 25 секунд до окончания. Многие высаживают по разным сторонам героев. Я считаю это неправильным, потому что когда бывает срабатывает скилл у архидемона и вылазят мелкие, они могут свободно убить героя, поэтому многие сливают попытки. Ну, как видите, первая попытка у нас идет очень даже неплохо. Следующее мы попробуем без ремки на вольторе. Вот видите, химера как просела. Thank you.
Да, не смогли побить рекорд. Там 20 секунд, по-моему, у нас оставалось до окончания. Ну, 2 миллиона набили. Теперь давайте поменяем на нашем Вольторе. Ремку на смертельный удар. Ну, поехали. Вторую попытку пробовать. Тут, конечно, мы их чуть-чуть не так кучно выпустили. Из-за этого есть шанс того, что мы набьем меньше. Ну, попробуем. Да, видите, тыковку слили. Надо было чуть-чуть кучнее всех выпускать. Ну, завтра у нас будет еще две попытки. Мы попробуем опять же без ремки побегать. Давайте постоим без тыквы, посмотрим, сколько мы сможем набить. Да, много мы тут не набьем. Так, есть 261 миллион. Вот так вот. Пишите в комментариях, с кем вам еще протестировать этого архидемона. Многих вольтов нету, я постараюсь заснять видео на твинке, сколько можно будет там набить без вольтора. Все, всем пока.